Фестиваль проводится при поддержке развлекательного комплекса «Резиденции королей». Я рад представить еще нашего участника одного на автомобиле «Трабант». Довольно редкий кузов. «Трабант 601 Кюбель». Кюбель – это кюбельвагена слово, да? Это такой вот, немножко такой военный образец автомобиля. Он в два раза, по сути дела, легче стандартного «Трабанта». За рулем этого кюбельвагена очень опытный водитель Герхард Лохде. Ну, по своему рождению это житель Германии, но приехал на постоянное место жительства в Литву. Очень энергичную езду нам Герхард показывает.